Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы с вами в необычном месте, на природе. Решил подышать, пофотографировать птиц, прогуляться. И совершенно случайно зашел в магазин. Ну, взять, так сказать, что-нибудь для души, для раскрытия чувств. И мой взгляд на полочке зацепился за странный виски. Хайгарден. Что это? Ничего не напоминает вам этикеточка этого? Это же Синглтон. Синглтон, вернее. Простите, Синглтон. Абсолютная копия. Я потом фоточку приложу. Оп-оп. Как? Не увидел. Возможно, получится. Синглтон, казалось бы, но за 500 рублей. Надо брать, подумал я. Итак, что мы имеем? Что мы имеем в наличии? Хайгарден, 5 лет. Вообще, использование чужого дизайна, это дурновкусие, конечно, то еще. Это все равно, что наклеить значок Мерседеса на газель. Вечно. Виски-терновой, Хайгарден, 5 лет. В букете деликатные нотки дуба из лаковых. Оттенки свежего яблока и специй. Изготовитель группа Ладога, Санкт-Петербург. Вообще, Ладога, конечно, нормальные вещи делают, но зачем вот это все? Но, ладно, мы попробуем, конечно же, сегодня, но сравнение было бы неполным. Я не нашел, к сожалению, Синглтон в старом дизайне, но взял вот такую фляжечку для сравнения. Посмотрим, сравнится ли Хайгарден. С Хайгарденом, по-моему, это какое-то, блин, королевство в «Игре престолов». Я, честно говоря, не помню. Сравнится ли он с Синглтоном? Хотя бы в пластике. Хотя я думаю, что вкус в пластике отвратительный. Попробуем. У меня есть даже бокалы. Все продумано. Мне кажется, вот трешак. Даже пролит. О, ребята. Ребята, это провал. Никогда, кстати, не пил из таких пляжек. А запах-то ничего. Сижу в живописных кустах. О, с рыбкой. Крышечка с рыбкой. Красиво. Так, ну что ж. Цвет, ну, по насыщению оригинала, скажем так. Попробуем. Понюхаем сначала. Запах. Грязище такое. Запах копии. Пахнет отвратительно. Я даже не могу сказать, как, чем. Какой-то медициной, но медициной в плохом смысле. Не йодом приятным, чем-то испорченным. Ну, очень-очень неприятно. 5 лет. Я думаю, что он не выдерживается в бочках не менее 5 лет. Блин, ну как же так-то? Ну почему такой запах-то плохой? Я не знаю, где он там 5 лет выдерживался. Попробуем. Оригинал. Тут вообще не очень большой фанат этого попсового Синглтона, но Tailfire прекрасен. Tailfire прекрасен. С ягодками. Ну, красная этикеточка такая. С ягодками. Вообще такой фруктовенький. Очень хороший. А этот? Пахнет тоже фруктовенько, кстати. Очень легко, ненавязчиво. Пахнет восхитительно, особенно в сравнении. Сами понимаете. Попробуем. Я, конечно, я больше не хочу это пробовать. Это ужасно. Какая-то адская сивушность, как самый плохой самогон, что я пробовал, наверное, в жизни. Ну, древесные нотки есть, не какие-то, но я не знаю, что это за бочка. В этой бочке, наверное, мариновали огурцы там или капусту квасили. До этого. Я даже, у меня даже воды нет. Я
не продумал, конечно, сегодня. Но я не ожидал, что буду снимать такой прям обзор. Попробуем Сингертон. Может быть, им запью. Ну, это просто классика. Это просто классика. Односолодовый. Такой, немножко начинает печь даже после него. Так, специи. Ну, вот это хорошо. Ну, блин, ожидаемо, что тут думать. Не похож, кстати, абсолютно на Johnny Walker Black Label. Абсолютно не похож. Что-то свое такое. Ну, интересно, интересно. Это интересно. Вот это вот совсем неинтересно. Это, я не знаю, пить невозможно. Только для санитарных нужд использовать каких-нибудь. Там руки протирать, я не знаю, то не сработает, наверное. Я не знаю, что с ним буду делать. Возможно, подарю кому-нибудь. Или угощу. Ну что ж ты падаешь-то все. Ну, в общем, сравнение, конечно, не в пользу. Я не понимаю, зачем выпускать такое. Если бы не выпустили, допустим, по другим названиям, ну, не было бы такой, может, критики, не знаю. Что по другим, вернее, дизайнам. Не было бы такой придирчивости. Ну, говно и говно. А тут как-то очень плохое говно. Прям. Я не знаю. В общем, не рекомендую настоятельно покупать Хайгарден. Только для прикола, я не знаю. Для. Может быть, там кто это возьмет, я не знаю. В подарок несведущему человеку сказать, что это вот 5 лет. Пей на здоровье. Ну, он явно не получился. Я не знаю, почему они его выпускают. Между прочим, свежая бутылка. Видимо, может, только начали выпускать. Не знаю, надо посмотреть, кстати, долго ли они выпускают. В общем, вот так вот такой у меня вердикт. Всем здоровья.